Еще один подъем. Хуракан, лицом к лицу в посвященном тебе храме. Иона, я прошла испытание орла. Кажется, я приближаюсь к тайному городу. Нет места. Ничего не могу взять.
Отсюда потрясающий вид. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? Черт. Надо быть осторожнее. О, черт! Здесь оставаться нельзя. Повезло. Отлично. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Не могу взять. Кто здесь? Эй! Кто ты?
помогу тебе. Уходи! Тебе здесь не место! Я знаю, тебе больно, но... Балбунтун! Спасибо. Уэнди! Уэнди! Кто ты? Зачем ты явилась? Я исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти. Жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Учу. Останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно.
А тут мило. Тихо. Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения.